Во время приветственного слова первый проректор КФУ Минзарипов Рияз Гатаулович на церемонии открытия Всероссийского ежегодного образовательного форума Russian PR Week отметил, что все медийщики – идеологи. Они должны не просто манипулировать сознанием аудитории, а ставить перед собой задачу воспитывать высоконравственных граждан. О том, каким опытом может поделиться Россия в области маркетинга со всем миром, расскажем в следующем сюжете. Топовые спикеры из Москвы, Питера и Казани делятся опытом работы в СМИ и креативной индустрии. И все это с 19 по 21 апреля в Казанском федеральном университете. Первый спикер – директор по бренд-коммуникациям Ксения Панькова. В интервью для нашего телеканала она рассказала о своих ценностях продвижения лакшери-бренда. Не врать. Это реально единственный рабочий инструмент. Вообще в лакшери-сегменте ключевое – это история. И когда ты рассказываешь историю и показываешь ее со всех сторон, не приукрашивая, потому что там уже очень много, что ты можешь копать и что ты можешь использовать, люди чувствуют эту искренность. И второй принцип – ты не продаешь. Тебе не нужно, чтобы человек выбрал тебя. И когда ты не насаждаешь людям это, они чувствуют, что у них есть выбор, они больше доверяют, и они понимают, что это действительно люкс, это уровень, тебе не нужно ничего доказывать, ты уже и так про себя все знаешь. Это принцип «принимай меня такой или уходи». Мы привыкли ориентироваться на западные тренды Америки, но в России тоже колоссальный опыт, который мы можем экстраполировать на весь мир. Самый главный опыт – это организация очень классных мероприятий, о которой говорят все бренды, с которыми мы сотрудничаем. У них нет настолько продуманного желания предвосхитить вообще все, что может произойти на мероприятии и создать вау-эффект. У нас в России он есть. Этот откликается наш менталитет, когда вот ты заходишь, и все такие: боже мой, как круто! И очень часто, когда, например, штаб-квартиры делают глобальные запуски, присылают нам гайдлайны, они прям в письмах мне пишут, французы, говорят: Ксения, вот так вот мы делали в Нью-Йорке, так мы делали в Париже, но вы можете особо не смотреть, потому что в России будет круче, пришлите нам концепт, мы его в следующем году имплементируем, потому что вообще-то вы делаете намного класснее, чем мы о многом не думаем. И иногда они даже на этапе подготовки мероприятия уже с нами советуются, и они даже советуются на этапе подготовки коллекции. А как вы думаете, каким образом вот ее лучше презентовать, оформить, как лучше строить коммуникацию, потому что вот наше русское стремление себя показать, оно на самом деле здесь очень хорошо работает, и у нас намного лучше получается ивент-сфера и в люксовом сегменте в том числе, нежели у зарубежных коллег. У тебя еще есть шанс стать участником форума. В официальных аккаунтах Russia PR Week ВКонтакте и Инстаграм доступна ссылка для регистрации. Илья Андреев, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.